Друзья, привет! Вы на канале КМС Лайф КПРФ. Мы с вами возле памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. А с нами Лена. Лена, московский коммунист. И я передаю слово ей. Елена. Всем привет, ребят. Передаю большой привет моему одному из самых любимых регионов, Хабаровскому краю и Комсомольску на Амуре. Городу авиационной промышленности и гордости нашей страны. И самый-самый большой привет хабаровским товарищам, и особенно Эсмире. Но по сарам. Буду рада видеть вас в Москве. Приезжайте в Москву, обращайтесь. Ну, вообще, я бы уточнение сказала, что я волгоградский коммунист и трудовой мигрант в Москве. Вот такой капитализм у нас в стране. В таком случае я тоже небольшое уточнение скажу. Комсомольск на Амуре – это оплот не только авиационной промышленности, но еще судостроительной, нефтеперерабатывающей, металлургической. А еще у нас есть кондитерская фабрика. Вот такой выдающийся у нас Комсомольск на Амуре. К сожалению, в центральной части России у нас мало знают о данном городе. Я знаю из детства, которое чуть-чуть захватило советский период. Также знаю благодаря городу Чикдамын. Да, я даже такой город знаю у вас в Хабаровском крае. Поселок Чикдамын, да. Поселок. Ну, в детстве для меня город был. Да, там поселок городского типа. А, ну вот. Городом он, к сожалению, так и не стал, потому что Советский Союз пока закончился. Но он возродится, точно. Всем привет. Пока-пока.